Друзья, всем привет! Вы на канале Советы и Лайфхаки. Не нужно выкидывать пластиковую бутылку, она вам пригодится. Сделаем отверстие в этой крышке. Металлический крепеж. Закрутить крепеж в крышку. Пластиковый DVD-диск. Отметим будущее место разреза на пластиковой бутылке. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы смотрите мои видео. Аккуратно режим бутылку по намеченной линии. Делаем специальную разметку на DVD-диске. С помощью электродрели делаем в DVD-диске отверстие. Друзья, я всегда стараюсь работать только для вас. Подписывайтесь на мой канал. Здесь много интересных советов и лайфхаков. Делаем дополнительную разметку. С помощью ножниц отрежем все лишнее. Из пластиковых DVD-дисков можно изготовить много полезных в быту изделий. В середине проведем окружность. Паяльником сделать отверстие в пластиковом DVD-диске. Края обработать напильником. Сделаем отверстие для крепежа. Приступим к сбору конструкции. Изделие готово к эксплуатации. Белая акриловая краска. Первый лайфхак готов. Панель для зубных щеток и пасты. Спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья!